С вами интернет-магазин Президент Watches, и сегодня мы расскажем о часах Casio EQW M710DB 1А1. Данные часы изготовлены из нержавеющей стали, как корпус, так и браслет. Застежка у них бабочка с фиксатором. На застежке логотип производителя. На задней крышке информация о часах и защитная голограмма. Закаленное минеральное стекло защиты от царапин у данной модели, водонепроницаемость 10 атмосфер, габариты модели 47,3 мм диаметр корпуса, 50,5 мм ширина от ушка до ушка, толщина 12,6 мм, вес 167 граммов. У часов кварцевый механизм, работают они от солнечной батареи, точность хода плюс-минус 20 секунд в месяц. Далее у часов есть настройка времени по приему радиосигнала, то есть калибровка по радиосигналу. Это из интересных функций. У них есть светонакопительное покрытие на стрелках и рисках, что позволит вам видеть время даже в темноте. Несмотря на то, что они аналоговые, у них есть будильники, у них есть секундомер, есть функция мирового времени. Еще в часов вращается базель, полезно для того, чтобы замерять какие-то отрезки времени. Теперь расскажу о функциях. В первую очередь это радиокалибровка, вы можете проверить, принят сигнал или нет, нажав на левую верхнюю кнопку. В течение 5 секунд секундная стрелка будет показывать на индикатор, принят сигнал или нет. Далее вы можете настроить часовой пояс, и просто настроив часовой пояс, у вас уже будет правильное время отображаться на часах, потому что изначально они были откалиброваны. На внешнем ободке часов расположены буквы, которые означают индикатор часового пояса. Вот здесь DXB для Москвы, это правильный часовой пояс. То есть мы выставили его, и у нас показывается правильное время. Также можете выбрать какой-то другой часовой пояс, и у вас часы автоматически перенастроятся. Но также можно вручную откорректировать время на часах, тоже не составляет труда. Далее из функций данных часов это секундомер. Сейчас часы наши перенастроятся в функцию секундомера. Секундомером у часов является индикатор справа, красная стрелка это секундная, белая минутная, а секундная стрелка часов, основная, она отображает сотые доли секунды. Следующая функция часов это мировое время. Здесь вы можете посмотреть время в интересующем вас часовом поясе, применить его, и вам не придется перенастраивать само ваше время. То есть вы просто примените какое-то иное время, если вы куда-то перемещаетесь, удобная функция. Также можно настроить режим летнего времени, включить, выключить. Довольно много настроек у данной модели. Следующий режим это режим будильников. Стрелки, опять же, индикатор справа будет показывать на сколько часов, сколько минут выставлен будильник. Также вы можете корректировать в этом режиме. И включать-выключать. Секундная стрелка показывает, включен он или выключен. Вот тут индикатор off, если мы нажмем левую верхнюю кнопку, мы включим будильник, то есть на он попадет секундная стрелка. А настраиваем мы время будильника при помощи правой нижней и правой верхней кнопки. Короткими движениями минутная стрелка перемещается на одно деление, если мы удержим, она начинает быстро двигаться. Довольно просто все в часах настраивается. Индикатор слева отображает режимы, в которых мы находимся. Вот сами индикаторы слева это дни недели, а справа индикаторы означают режимы. Часы поставляются в оригинальной коробке. Часами идет инструкция. Довольно подробная. Также инструкция на русском языке, где подробно описаны все функции, все настройки, калибровка, если она потребуется. Далее международный гарантийный талон.
и гарантийный талон для авторизованных сервис-центров в России. У них уникальный серийный номер, водяной знак, гарантия 12 месяцев, видно под определенным светом. Внутри гарантийного талона информация о гарантии, на задней стороне адреса сервис-центров. Это все о данных часах, спасибо за просмотр.